Дело об убийстве ребенка в Лощиновке. Повторная экспертиза вновь подтвердила алиби Михаила Чеботаря, обвиняемого в лишении жизни 8-летней Ангелины. Выводы Одесского бюро судебно-медицинской экспертизы таковы, что преступление было совершено между 23 часами 25 минутами 27 августа 2016 года и 25 минутами 2 часа ночи следующего дня. В это время Чеботарь находился в большой компании людей на праздновании дня рождения. Все они это подтверждают. Этот вывод совпадает с результатами первой экспертизы, чью подлинность обвинение поставило под сомнение. Обвиняемый уже 4 года находится в СИЗО, где заболел туберкулезом. Напомню, убийство девочки в Лощиновке спровоцировало массовые беспорядки в селе, которые закончились ромским погромом. Представители этой этнической группы изгнали из села.